Всем доброе утро. Голос, по-моему, у меня уже веселее, сегодня чуть-чуть лучше. Всем спасибо за участие, пожелания выздоровления, за советы. Было очень много отдельных, хороших советов. Спасибо вам большое. А сегодня вот такой завтрак. Своим вот нажарила рыбки, себе стояла 4 кусочка в обед тоже, или прижарю, там уже посмотрю, как я захочу. Варится им пюрешка. А я себе приготовила 200 грамм смеси овощной, 60 грамм тут отварной гречки и одно яйцо небольшое, 50 грамм. Это все составляет 240 калорий. Ну и будут чаи. Вон лимон лежит. Чаи будут разные, разнообразные. Все. Буду кушать. Приятного аппетита. Досуг под кофеек. Любители кроссвордов, присоединяйтесь. Пришло время обедать. Вот такой у меня обед. Это суп вчерашний, ну тут считай один бульон. Совсем чуть-чуть осталось там вермишели или спагетти. То сыну насыпала, все выбрала, там что осталось, там штук 5 плавает. Захотелось просто горячего, такого жидкого. И будет еще вот так гречка 100 грамм и 4 кусочка рыбы. Там рыбы 250, но буду считать 230, потому что там и кости. Там, ну, короче, будут отходы. Вы, наверное, заметили, я по чуть-чуть добавляю калорийность. Немного, но по чуть-чуть. Вот, и буду за собой наблюдать. Сейчас у меня уже калорийность 1250, 1300. Хочу довести 1400, 1500, но это будет постепенно. Вот, сегодня обед составляет 450 калорий. Забыла еще сказать, что там было еще 30 грамм бородинского хлеба. Забыла отрезать. И 450 калорий. Работяжка помогает мне, заметает. Молодец. Вот вам к теме о старых привычках. 2 мешка лука. Что мне с ним делать? Сейчас переберу, немножко посажу. И будем жарить луковые котлеты. Привычка такая, вот, чтобы все было, чтобы было заготовлено на зиму. Ну, видите, больше пропадает, чем пригождается. Вот посадила 2 рядка, он прозеленеет, будет лук, хотя лука у меня много. Ну что значит мужики, что там в погребе с луком? Да трохи порос, говорю, ну надо ж вынести. Успеем, успеем. Сегодня еле заставила, и вот вам пожалуйста, он весь порос. Там может как что-то выберу, а то буду раздавать, раз его весь посадишь. Ну вот сейчас доперебираем его, кому он ведро отдадим. Тут себе. В общем, что-то будет. Сегодня на ужин у меня опять салат. Это лук зеленый. А здесь и зелени насобирала. Здесь и мокрица, и немного щавля, и несколько листочков нашла. Уже одуванчика. Это укропчик.
Вот. Что еще? В общем, короче, травки, какие можно есть, что находила на огороде, то все щипала. И чеснок вот накопала, уже почистила. Я вам уже показывала, что у меня чеснок как бурьян растет. Уже не брала вас с собой на огород. Я думаю, на сегодня огорода вам достаточно. Еще здесь будет филе и 2 яйца. Значит, зелени тут с натяжкой 100 грамм получилось. Вот 60 грамм филе и 2 яйца 110. И заправлю все сметаной 15%. Ну, потом взвешу по весу, сколько получается. А по калорийности где-то 380 калорий. Но точно напишу потом под видео. Сколько грамм и сколько всего. Сейчас все смешаю и покажу, что получилось. Вот такая большая тарелка салата у меня получилась. Я еще нашла редиска, у меня была, я за нее забыла, добавила 3 штуки, там 50 грамм. И общий вес салата, общий вес получается 350 грамм. Вот, достаточно объемно. Вот, и калорийность где-то 360 калорий. Я в описании напишу подробнее. Был еще перекус яблок, ну, так как я увеличиваю калорийность. Я очень люблю яблоки, поэтому я увеличила яблоками. Там 250 калорий, по-моему, был перекус у меня. Ела яблоки и пила цикорий с молоком. Тоже в описании все напишу. Ну, так у меня прошел сегодня день. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А я с вами прощаюсь. До завтра.